Согласно распоряжению общенационального лидера Гейдара Алиева, с 1994 года в Азербайджане ежегодно 3 декабря отмечают Международный день инвалидов. Цель этой даты – информирование о важности привлечения людей с ограниченными возможностями ко всем аспектам политической, социальной и культурной жизни, оказания им как юридической помощи, так и поддержки в улучшении их благосостояния. В преддверии Международного дня инвалидов в Баку прошло мероприятие под названием «Мы одна семья, мы победители». В ходе встречи участники сразились в интеллектуальных играх, а также представили свои творческие номера. Были представлены различные развлекательные и просветительские программы, а также выставка изделий ручной работы. На мероприятии была подчеркнута важность создания возможностей для получения инклюзивного образования детьми и взрослыми с ограниченными возможностями, а также выявление их талантов и особенностей. Важным является то, что о работе, проводимой по защите прав людей с ограниченными возможностями и по созданию инклюзивного общества, говорят в открытом формате. Стоит отметить, что общество постоянно проявляет заботу о людях с ограниченными возможностями, повышая уровень их жизни и социального благополучия. Главным является работа в направлении создания равных возможностей для людей с ограниченными возможностями в инклюзивном обществе, которое позволяет демонстрировать знания, навыки и интеллектуальные уровни наших бенефициаров. Наша структура готова быть посредником в вопросе привлечения тех, кто имеет физические ограничения, в спорт, в паралимпийское движение. Наряду со всем этим, в последующем и на следующий год в плане мероприятий, для того, чтобы интеграция наших граждан, имеющих физические возможности, в общество проходила, мы готовы осуществлять различные проекты. Для этого как неправительственные структуры и организации, которые занимаются с этим контингентом нашего общества, мы для них тоже открыты и более чем уверены, что в последующем совместных проектов будет еще больше.